Кто это? Делсин Роу. Мы не знакомы, но я давно за тобой наблюдаю. Так, это как-то жутковато. Разговоры об Августине и необходимости Деза дошли до самого Вашингтона. Отлично. Мы еще на шаг ближе к тому, чтобы поквитаться с Августиной. Все не так уж отлично. Я хочу тебе помочь. Ага. И как именно? Я помогу тебе разрушить Дез изнутри. Но обещай мне, что никому ничего не скажешь. Если эта информация всплывет, мне крышка. Я даже до тюрьмы не доживу. Ты единственный, кто может разоблачить Августину. Только ты пойдешь до самого конца, что бы ни случилось. Ладно, давай я тебе подыграю. И что же тебе нужно? Я загрузил на твой телефон программу. Она приведет тебя к моим отчетам. Найди их, выслушай мой рассказ и продолжай бороться. Черт, мне пора. Августина — это самый мощный проводник из тех, кого я знаю. А весь Дес — это ее верные псы. Ей поручено обеспечивать безопасность и арестовывать биотеррористов. И у нее это так хорошо получается, что правительство уже подумывает, а не упразднить ли Дес. Я тебе так скажу. Не хотел бы я сейчас быть на месте правительства. Ведь Августина и есть Дес. Если он не нужен, значит, не нужна и Августина. Вся эта ситуация напоминает бочку с порохом, которой довольно лишь искры, чтобы вспыхнуть. Искры вроде тебя. Части тест на ген проводника только у меня был положительным. Мне предложили службу в спецотделе новой структуры, ДЭС. Сказали, буду ловить биотеррористов, защищать от врагов маму, папу и всю Америку. Я согласился. Поверил им. Даже когда меня кололи
бог знает какими препаратами, не обращал внимания на головные боли и припадки. Я верил в наше дело. Верил ей, Августине. Как мне надоела вся эта беготня. Тебе не нужен ассистент? Меняй работу, неудачник. Субтитры сделал DimaTorzok.
Я сделал мир лучше.